Всем привет! С вами снова Левак Фалкон. И сегодня я буду проходить такую игру, как Detroit Become Human. Или просто Detroit стать человеком. А если быть точнее, я продолжу ее проходить. Что ж, будет интересно. Давно вы к нам не заглядывали, рады вас видеть. Взаимно. Что ж, поехали. Сейчас погружаться и начнем. Это вот ваша долгая грузовая, не так как обычно. 5 ноября 2038 года. 20:21. И давайте мы будем Жаконова, получается. Он, как обычно, подкидывает свою монетку. И мы отправляемся в бал. Что, Жаконова, бухнуть хочешь? Я не понимаю. Там, кстати, на двое вход восплещен. Вожжкать лейтенанта Андошина. Вот ты кто? Ты не лейтенант Андошин. С каких пор сюда андроид? Ты? Это Бауман. Нет, это Бауман, да. Может быть, ты? Нет, так. Дальше не правильно. Может быть, ты? Да, ты лечь, лейтенант Кэнк Андерсон. Если мы тебя нашли. Андроид, прислан из Киберлайн. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо. Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайн. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена. За что кота? Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Так же. Давайте это. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроида, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Так, давайте это попробуем. Вот что, думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Ну давайте купим ему выпивку. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пассажок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса. Валяй, двойник. Хэнк удивлен. Что ж, сами, скорее всего, отправимся на дело. Да, так оно и есть. Как понимаю, heavy metal слушает Хэнк. Жди здесь. Скоро. Так, давай я вспомню. Как скажете, лейтенант? Но, слуга, все равно заложено, что Конов должен идти же Хэнком. Джон Стук, сканал 16. Вы подтверждаете?
ничего не подтверждает. Так. Пойдем сюда. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы жди? Здесь ты не понял. Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами. Понял. Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уже думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя не ну, как видишь. Хэнк, что ли, почему Андроидов не любит? Что случилось? Ну, возьми, позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ух ты. Ох, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. В его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы. Так. Ну-ка-то. Взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Сейчас будем заключить. Живем в шон. Если что, позовете меня. Давайте еще раз вот там. Изучить. Шефов нет. Давайте прожим. Обовозишь. Ах, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите. Простите. Стоило предупредить. Ладно, просто больше что не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Так же. Кровь уже шокла. 12 дней назад. Идем дальше. Да, нам не пригодится. Отпечатки пальцев. Человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы? Давайте дальше обсуждать. Но все пока что именно человеком все. И... Деконструировать. Девянто взял нож. А. На девянто напали. Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. На 5 секунд сейчас задержу, кто хочет, почитает. Так, не то. И
едем дальше. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Надо все проверить. Как может тщательнее. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого понял. Не было. Значит, тот шел не этим путем. Смотрю желтого. Я уже понял, где он ходит. А, вот нашел. Полчаса как должен быть. Доедет он. Уже скоро будет. Так. I'm alive. Я живой. Давайте осмотрим этого толстяка. Ну что, ну подозрел, ну-ка то. Так, дальше. 28 ножевых ранений. Рычаг палешев и что-то еще должно быть. И для концевой. Здесь желтого упало. Желтого ударили ножом. Двигались из кухни. Понял. Ударили ножом. 28 раз. Видать, убийца крепко разозлился. Так. Давайте тут еще смотрим. Должно быть еще 10-й ролик получается. С кем я успею поговорить? Ну интересно, что там за ролика было? Так. Так.
Где можно спокойно справляться Хэнк? Чтобы найти его, правда. Хэнк, ты где? А вот. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Гуляй, выкладывай. Не довелся, сказал Хэнк. Что началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитой. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. В гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять Тириум. Что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. Все плохо. Но ты их все равно видишь, да? Верно. Верно. А, хорошо. Все, давайте искать. Ничего. Что надо нам? Куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. Кое-что проверить. Ну, пошли, Конов. Отправляемся в путь. Идем потихоньку. Надо быть очень осторожным и бдительным. Так. Отправляемся дальше в путь. Там кто-то был.
идем дальше. Вот мы и встретились с девиантом. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста. И он просит не выдавать его. Конор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! И Конор говорит, дело раскрыто. Дело раскрыто. Плюс получен. Ну что, все неплохо. На 75% кто пошел. Что ж. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!